Бугагашеньки, дорогие друзья, с вами, как всегда, Кофе Алекс Фокс XL, и сегодня мы отправляемся на прохождение страшных карт в Гаррис Моди! Хайо, братишки! Я танцующий клоун, принимай! Да, в общем, ребята, всем еще раз привет. Вот, сегодня мы запустили какую-то очень страшную и очень прям, ну, щекотливую такую карту, которая нас просто доведет до мурашек и до, не знаю, нервного срыва. Мне кажется, я тебя доведу до мурашек. Вот, смотрите, пацаны, я тут заметил, пока мы стояли, что вот этот лом, он тут, ну, не зря, походу, стоит. Эй! Сань, ты видел, какой ты модный. Ну, ломай. Знаешь, что мне нравится больше всего в твоем скине, что у тебя шапочка такая на голове, просто чисто по стилю, по моде. Это стильно, молодежно, отстань. Так, я ломаю дверь. В общем, смотрите, ребят, пока мы стояли, нам еще рассказали небольшую предысторию. Вот, то, что здесь видели в последний раз нашего какого-то друга. Вот, и поэтому нам надо найти его, скорее всего, поэтому мы отправляемся сегодня на смерть. А это нормально, что мы идем сейчас, получается, с Конором, да, из Ассасина, с Оно идем. О, пацаки, я это... Так, ребят, я подобрал пистолет. О, смотрите. Так, 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 так. Илья, переводи, ты у нас переводчик. Я тоже бессмертный. Илья, ты можешь переводить, пожалуйста? Я могу смотреть на тебя, у тебя такое странное тело. Я могу вот так вот делать, вот так вот выбегать на тебя, вот так. Так, а тут у нас ничего вроде, у вас ФПС там приседают? У меня что-то нет, прям очень дико приседает. У меня приседает. Все нормально, ну, как давай. Всегда, я же создаю сервер, конечно. Ломай, ты жару. Ну все, я все делаю, пацаны, окей, Саня, я не могу понять, у тебя два меча за спиной, какого хрена ты делаешь? Ребят, дальше не особо на самом деле хочется идти, но да ладно. Ломай. Да, нормально. What the fuck? What the fuck? Что произошло? Так, а что здесь? Опа, на патрончики. Это что? Подожди. А что за крестик? Воу, подожди. Илья, дверь не открывается? Ребята, сюда, блядь. Ребята. Зачем? Прошу, мне тут страшно. Нет, Сань, нет, все. Илья, пробуй дверь открыть вот эту. Открывается. Открывается? Нет. Блин, ну ладно, Сань, так тебе повезло. Если дверь открылась, мы про тебя забыли. Ну прыгай уже туда. Зима! Офигеть! Стой, стой! Стой! Я просто еще и без оружия. Ну бейте их кто-нибудь! Бейте! Их тут 4, 5, 6! Отстаньте! Да я че виноват в этом? Вы можете сейчас спокойно оружие прописать вообще-то. Я окей, без проблем. Но только такое же оружие, как у меня. Тут есть ножи из КС-ки. Да ладно, погоди. Стоп. Ребят, мы просто установили кучу аддонов, которые надо было установить к этой карте. Что у меня с руками? Погоди. Лоу, реально, смотри. А у нас не вылезет? У меня керамид зуб тигра. Покажи. Нормально. Так, у меня очень сильно проседает FPS. Скорее всего, из-за того, что очень много аддонов. Краба. Смотрите, дверь закрыта. Да где-то хэт... Да, реально. А, вот он, невидимый. Где он? Не вижу его. А, вот он. Вот он. Так он видимо, убейте его, пожалуйста. Непонятно, кого-то. Все, я убил, отлично. Так, какая-то из этих дверей, скорее всего, должна открыться. Вот это, скорее всего. Да кто свечку носит? Я танцующий клоун Пеннивайз. Так, о, Сань, ты ж любишь на это, на кресты? Вот, там, кстати, патроны, зайдите первые, возьмите патроны. Дайте мне сходить. Там сейчас кому-то пианино упадет. Во, Сань, останови сюда. А почему все... Так, заходите. Слушай. Где крест? Комната перевернутая. Это реально как перевернуто. Вот, вон дверь сверху, пацаны. А чего? Подожди. The door is locked. Ай, ёб твою мать! Ни хрена! Керамбите! Нифига себе, это чё такое? Ну нафиг, я пошёл, пацаны, пока! Это чё такое? Стреляй, 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 стреляй! Стреляй, стреляй, стреляй! Убили! Нет? Нет, нет, пока справа не появится. Саня, ты чё ему делать будешь или нет? Ты Дэдпул твою ж налево! Слушай, ну Саня, посмотри, Саня реально стоит, ничего не делает. Я убил? Наконец он сдох. Всё, изи. Саня, вот это ты, наверное, зря прописал. Так, да, вот, Саня, вот это вот не надо прописывать. Не можно. Это, что я хотел сказать, знаете, на кого это похоже? Ну стой, Сань, давай вот это, давай не будем пользоваться таким оружием. У меня просто очень сильно реально лагает. У меня уже 25 FPS. Это, я что хотел сказать, вы помните, вы не смотрели в детстве такой мультик, я не помню, где очень много было вот таких вот каких-то паукообразных динозавров? Я танцующий клоун Пеннивайз. Откуда у тебя пила твою же? Да не надо! Полетели, ёбаный рот! Пацаны, ну это вообще не... Ребят, ну это вообще не хоррор какой-то! Ну ладно, хорошо. Подожди. Нам вниз надо. Илья, чё ты тут сотворил?
Илья, хватит! Стой, пацаны, давайте разберемся, что здесь происходит. Так, где есть фонарь? И стрелка наверх. Может, надо стрелять? Подождите, опять перевернутая комната, кстати. Ну, я разобрался. Да хватит, пацаны, ну слишком шумно. Уберите, пожалуйста, бензопилу. Все, убрал. Смотрите, тут ключ какой-то лежит. Алло, пацаны. Опа-на. Нам капец. Опа-на. Да? А почему у меня не открывается? Бензопилу срочно! Бензопилу срочно! Давай! Давай! У меня патроны закончились, ребят! Вообще, я, кстати, знаете, что заметил? У меня это, жизнь не заканчивается, по-моему. У нас Дэдпул. А, тут это! Тут этот краб невидимый, меня не раздражает! Без того, что их нельзя убить, ну почему? Ну то есть можно, но невидимые. Так, давайте проверять, какая дверь из них. По идее, вот ключ. Я подобрал ключ. О, и какая-то. А здесь лом еще один. Должна давай, открыться. А, лом надо убрать, наверное. Какой-то механизм. Подожди. Да не, вряд. А какую тут, дверь а надо открыть? Дверь пробовал? Вот тут подожди. Дверь правая, нет? Я все двери попробовал. Ой-ой, что орешь? А вот обратно? Еще какая-то дверь, ребят. А, да, дверь, откуда он взялась? Не знаю. Ой, ты ё-моё! Это что за лаг был? Это не лаг был, это был зомбак. Нет, это был лаг. Так, стой. Так, всё, я вроде, у меня 45... А, чё? Тут слишком много их! Атакуй! Офигеть просто! Тут еще очень много хэдкрабов, пацаны. Давай, работай. У меня патронов нету, поэтому я команду... Так, работаем. Оп. Все, вроде все. Вроде бы все. Я просто когда спустился, я от испуга случайно на F9 нажал, поэтому у меня запись остановилась. Так, все, давайте открываем каждую дверь, которая здесь у нас находится. Не работает. Дверь закрыта. Вот это открыто. Вот это открыто. Вот там это электрическая штука, моя. Опа, она. Ну мы-то. А, подожди, погоди, по истории мы идем за другом, да? Ну вообще вроде бы да, но ну, вот. Мне кажется, что мы ты уже. Понимаешь, идет оно, Дэдпул и Ассасин. Ну так что ну, это нормально. А, и да, ребят, я за Ассасина играю, поэтому нормально. За Конора Кенуэя. Или за Радону Хаде. Саня! Саня! А. Здрасте. Ты не видишь, что тут решетка между нами? Между нами любовь! Между нами любовь! А что делать? Подожди, может на Е понажимать? Ломай стены! Подожди. Это тебе не открытие нычек. Сань, ну давай, мы тебя оставим, тут там работай. Не а что, может нам вернуться обратно? Может какая-то дверь открылась? А нет, все, я понял, слышу, бегу. Стой, подожди. А как нам вер... Я не знаю, как... Может вам откроется сейчас? Да ладно, Сань, ты там пока работай. Фига, ты что, ты с кем там дерешься вообще? Пацаны, нажмите на Б. На Б? Это чё? Ногой бью, чего? Только сука, знаешь, чем мне не нравится, что нога у меня какая-то черная слишком. Да. Мне кажется, текстурки не проработаны. Сай, ну мы вовремя, да, я понимаю? Да. Ну, я так и знаю. Мне нравится вот эта лестница. Как бы она сделана идеально. О, а что так ярко? Пацаны, посмотрите, как выполнена очень круто лестница. Вырубите эту хрень. Да, реально вырубите. Да, кстати, кристаллы это... Оу! Так, тут должно сломаться что-то. Или... Давай, ладно. О, сломал. О, всё, я пошёл. Вниз. О, нихрена тебе тут! Вы заметили, что мы спускаемся все ниже? Сань, ну ты пройдешь или нет? Там чел какой-то стоит, и он меня пугает. Братишка, this person... У вас уже пропали все предметы. Уже, нам сказали, что типа лучше не делать никакого шума. У нас пропали все предметы типа стелс. My stuff... Не шуми! То есть не так. Олег, нам нужно было не шуметь, не надо было. Нам нужно не шуметь, давай идем. Да, идем аккуратнее. Он ты его испугал. Не хотел, братишка, пугать тебя. А дверь не открывается. А, может так, быть, нам, да, походу, туда нужно идти все. Не, походу, вот это, да? То есть не так. Тут кресты снизу, значит, что-то сломаться должно под ним. И эта дверь закрыта. Дядь, братан! Все в порядке. Он не хочет нам открывать. Вот там ключ нашел. Блин. Что-то с дядей не то. Так, ребят, ключ куда нести, какой двери надо? Ну, я думаю, сюда. Давай попробуем. Да, заткнись! Ты его убил? Да, я случайно. Да зачем ты его убил, Саня? Ну там. Вот еще дверь. Одна дверь вон там, вот да вот что там, ж вот там, такое? Вот там, вот пробовал ты открывать. Сейчас попробую вот эту дверь. Мне просто звук раздражает. О, наконец-то. Открыл? Как только я сказал, что звук не раздражает. Он заткнулся. Да! А ключ? Ну че, ключ? Он упал вниз, его больше нет. Серьезно? Ну я не вижу его здесь. А у меня в руках его нет. Вот он.
А, фига, он упал, что ли? Мне кажется, вот это. Давай попробуем. Да вот вентиляция, все нормально, погнали. Опа, она! А как дверь открыли? Не знаю. Погнали. Да, это мы работяги. Ребят, на самом деле, я не могу проползти туда. У нас ключ пропал, а дверь должна была открыть именно эту. Да, я не могу пролезть. А, во, все. Так, Сань, спускай. А, нормально, у вас у всех оружие, у меня вообще ничего нет. А хочешь, я тоже выброшу? У нас нет оружия. Стоп, а ты не можешь ее сломать? Нет. Может, нет, да? А, во, я же говорю. Надо использовать. А, может, дверь надо было тоже, типа, выбить вот так вот. Ну, не зря мы скачем, реально. А, все? Погоди. Оооо, вау. Меня. Вау, подожди, в смысле? Ну, Сань, теперь ты такой. Ну, Сань, ну все, пока. Ой. Погнали. Так, выход, давай. Аааа, твою же. Тихо. Как хорошо, что мне не страшно. Я Дэдпул. А куда нам идти дальше? О, нам туда. А во, вот сюда. Сейчас еще хоррор будет. То есть... Надо подобрать? О, подобрал. О, дверь появилась! Пацаны, дверь! Не открывается. Да сколько? О, куколка! In the doll, I met... А, игрушку я сделал для того, для нашего друга, для Зои, которая пропала. А вон она, Зоя. Зоя, это ты? Зоя! Брат! Ой, братиш, Зоя, ой, Надя, сестра. Зоя. To be continued. А! То есть это типа продолжение в следующей части! Вот оно что, ребята. Ну, на этом серия заканчивается. Вот, сегодня я думал на самом деле, то, что будет прям очень жесткая карта, потому что в описании было написано то, что очень много всяких скримеров, вот, и так далее. И всего этого нам много надо будет ожидать. Вот, но, к сожалению, этого не было. Мы, наоборот, только угорали сегодня, скорее всего, и все. Но, надеюсь, вам это понравилось. Вы поставили лайки, подписались на все наши каналы. Ну, а с вами были сегодня, как всегда, Коффи, Алекс, Фокс и Иксал. И всем до скорой встречи, и всем пока-пока. До скорого, ребята. Ебаю всем одной.